Вот так, всем привет, дорогие ребята. Это вторая серия прохождения игры Майнкрафт. Да. Как вы помните, вчера, да, мы играли в Майнкрафт, нашли 3 алмаза, сделали алмазную кирку. В начале выживания. Это было круто, да? Кстати, ребят, извините, что я вам, ну, вчера забыл показать координаты мира, где 3 алмаза. Вот сейчас я, надеюсь, не забуду показать в конце видео. Да, вот, ребят, как вы видите, мы загрузили... Мы загрузились... Да, ребят. Вот, ребят. Так, что-то. Вот, ребят. Да, как вы помните, вот это вот. Алмазная кирка. Да. Да, тихо ты. И сегодня мы будем опять отправляться в шахту. Вот, ребят, вы видите, сколько там железа? Тихо. Ну, нас сейчас интересует не железо. Ребят, лава, значит, тут должно быть. О, алмазы. Нет. Фуф, ребят. Да блин, да почему? Да почему у меня уведомление приходит? Ребята, вы слышите? Ребят, как ломается. Офигеть, ребят. Так, ребят, надеюсь, мы не свалимся. Потому что... Да, ребят, вон там вот мы вчера нашли, ну, алмазы. Да. И сегодня мы в эту шахту, ну, окончательно отправляемся. Бах. Блин, ребят, я, ребят, вам говорил, это видео вчера было. Так. Давайте, ребят, пока что включим опять мир, ну, потому что, ребят... Ой. Эффект, ребят... Я привык на старом телефоне просто... Ой. Не. Не ГХТ. Вision. Ну вот. Столько вот. И 255 уровня. Да блин, да почему у меня сообщения приходят? О, господи. Ура, ребят! Ребят, алмаз! Еще алмазик! О боже! Ну, хотя бы один, да и то не шок. Так, ребят. Ой. Да, ребят, алмаз! Ребят, вы видите, сколько тут железа? Ну, у меня бы столько алмазов, ребят. Если что, это не алмаз. Алмазик.
А, ребят, вот это... Блин, ребят, у меня блоков нету. Это еще алмаз? Правда, до которого я не смогу подняться. Но в итоге-то... Ребят, вы видите? Алмаз. Офигеть, ребят. А, вот он, ребят. Блин, ребят, сколько тут... Да нет, ребят. Конечно, паркурю я плохо. Ну, ребят, вы видите, два уже алмаза нашел. Кстати, что там ночь, ребят? Мы можем просто сделать. Нет, ребят, да какая вода? Вот, ребят. О, ребят, мы на шифт садимся. А там, ребят, и спим. Не, ну, ребят, ну, тут никаких, никого... А, ребят, не, в шахту я не буду ходить, потому что два алмаза, ребят, кстати, мне на меч хватит. Хотя, стоп, ребят, я сегодня хотел сделать весь сет железной брони. Боже, что ой. Ух, ребят. Ты думал, у меня на шифт не сядет. Да не туда поставили. Идь. Да, а где мой я? А, вот. Фуф, ребят. Да стоп, ребят, где железо? А вот оно, ребят. Да что с... А, это не алмаз. Фуф, ребята, я подумала, опять алмаз.
Вот, ребят, 9 кусков железа. Вот, ребят, до дома. Да почему все время, ребят, палочку надо писать, вы не знаете? Это какой шифт? У ребята, откуда тут железо? 6 железа. О, ребят, хватает. Я вот... А я, ребят, такой дурак. А я, ребят, такой дурак. А, ребята, извините. Просто так нечестно. Я случайно нажал. Как бы 4. Все, ребят, 6. Ну просто извините, ребят, но я не туда нажал. Мне еще одни поножи-то не нужны. Вот, мне вот это нужно. Та-дам, ребят. Блин, ребят, ну нагрудник, ну немножко, ну... И, ребят, на нагрудник надо, чтобы хватило, но нагрудник мне, ребят, наверное, не хватит. Точно, ребят, у нас же палок нету. Ну, ребят, живот все дерево. Так, сейчас я быстро сделаю, вот где палочки и алмазный меч. Его мы, ребят, тоже сюда положим, потому что он мне в будущем пригодится. На, ребят, железо у нас 3, надо еще 5, ребят. 5 железа, которые я сейчас вскопаю, но только спущусь подальше, так сказать. Фух, ребят, хоть бы не разбился. Фу, ребят, вы готовы? Только... Ну, в принципе, ребят, не разбился. Да почему? Тихо, там я уже разобью. А, нет. Ребят, вы готовы? Уф, ребят. Ну, не, ну дальше я не упаду, потому что дальше надо копаться. И да, ребят. Да почему я тут урон получаю? Два, ребят. О, ребят. Ребят, я на секунду выключил. Так, он не 5. Еще, ребят. Ну, блин, ребят, да я ничего не вижу. Да какая это вонючая вода? Мне нужно мое железо, ребят.
Ну-ка, дайте мое железо. Слушай, у меня же 15 вот этого. И все, ребята, добываем железо. Ну, сколько? 3. О, ребят, как раз хватает. Килл. Все, ребята, можно пока что включить нормально, ребят. Ну, стою в АФК. Все, ребят, у нас 8, как раз все железо, и, ребят, у нас полный сет брони. Не, ребят, но на этом видео еще не заканчивается. Точно, ребят, я же хотел путешествовать. Блин, ребята, я уже совсем забыл. Весь сет сделал, так пойду. Блин, ребят, темнеть не вовремя стало. Да, ребят, вы видите? Да, как будто как... Это, ребят... что? А, точно, ребят, вот координаты. Поставьте на паузу и записывайте. Я... А, да, точно, тут. Ребят, давайте, что ли, поспим? Да, ребят. Крипер у порога, ребят. Крипер у порога. О, ребят, я слышал овечек. Чего, ребят? Туфка... Ой. Овца, я тебе... Тихо. Только мне это не нужно, ребят, потому что у меня уже кроватка есть. Ну, читерская. Так, ребят, тут слишком большой. Это... Ты где? А вон ты где? Да там двое!
Фух. Ребят, кстати, вы не знаете, почему скелеты сейчас не горели? Лук потом пригодится. Я знаю, почему криперы не горят, потому что они сами взрываются, они огненные, да блин. Скоро так. Так, ребят, что-то я зачем-то убежал. А я же хотел стоять. Ты что, блин? Да почему у меня... Ребят, у меня еда не бесконечная. Они меня просто не ценят. Как я развился за 2 серии. Нет, собачка, собачка. Стой, собачка, стой, собачка. Тут много собачек. Ну, собачка. Мне нужно быстро тебя огородить. Потому что не убегай, пожалуйста, собачка. Стой. Стой. Какие блоки у меня есть? Ну, отойди, собачка. Я не хочу, чтобы ты убежала. Нет. Собачка, ты где? Ну, ты... О. Блин, ребят, ну зачем? Я такой дурачок, что ли? Выложил кости. Ну, знал же, что тут есть собачки. Да, так. Ну, да дверь, ну откройся ты. Да передо мной закрывай дверь и все. Я сейчас так до самой ночи могу возиться. Блин, ребята, сегодня я, мне кажется, не попутешествовала. Потому что... Фу. Эй, у меня еда не бесконечна. Ну чего? Ну, собачка. Я тебя с первой коточки приручу. Ребят. Кто это был? Это Костик меня бьет. Где собачки? Блин, ребят, я такой дуралей. Да почему? А почему у меня, ребят, голод так быстро тратится? Че? Ладно, ребят, будем прощаться, а то уже... Ладно, ребят, всем пока.